начинаем, как всегда, с приятного. Спасибо тебе, соседка, за музлайки. Получил все. Но напоминать подарками не надо было. Спасибо большое. Все получил, буду открывать. МС Крутыш, ты у меня в топе. Жди подарок в конце акции, я обязательно тебя награжу. Катарина, получил твои музлайки. Спасибо большое. Потрачу с умом. Понять и простить. Ну вот и настал тот самый долгожданный момент. Сегодня ты готов. Поднимаемся на следующий уровень. Осталось у нас 100 опыта. На территорию биться. Скыдыш! Ха-ха-ха! Теперь я 30-й уровень! Ура! Поздравляю меня! А что нам сказать наши места? Не, реанимация не то. Ну, что у тебя? Лучики не надо. Неинтересно. Что еще? Дистанционка. Да что-то прям неохота как-то. Придется останавливаться. Ну-ка. Что там у нас есть еще? Хоть амулет меня и полностью. И саботаж. Вот когда чем выше проходит, тем хуже всякой фигни выпадает. Ну, сейчас, скорее всего, все рубины полностью потрачу, наверное, и ничего не выпадет. О, мастер кунг-фу. Вау. Для кастетов. Они издеваются надо мной. Это просто жесть какая-то. А мне кажется, что все повторяется по кругу. Что-то мне кажется, какая-то подстава. Ну, предположительно, сейчас у меня все рубины кончатся. И все. Все. Да и ну и нафиг. Ну, будем ждать пополнения рубинов. Будем ждать. Хорошо, месячный план у нас купленный. Ну и... Опа! Опа! Так... Что у нас? Не понял. Они что, так плохо проапгрейдили арконы? Зачем вообще ждали? Не понял юмора. Нифига себе, арконы 30 уровня хуже, чем все 29-е. Ну, лошиные какие-то арконы на 30 уровне. Жесть какая-то. Ну-ка. Так вот, просто ради интереса. Интересно. Еще один давай. Так, для разнообразия. Вот сидишь, ждешь. Что-нибудь интересное. Да, его не приходит. Так, что у нас? Да. И улучшение осталось тот же самое. Ну, здесь хотя бы чуть-чуть поменьше. Да, и эти остались такие же. Один к одному. В общем, на 30 уровне, ребят, еще много недоделано. Еще будут допиливать. Причем допиливать будет очень много.
Так, ну и давайте для разнообразия пройдемся вот так. И заглянем вот сюда. Появятся ли у нас какие-нибудь предметики 30 уровня? Меня очень это интересует. Восьмой. Ну, ждать будем студию 30 уровня. Не знаю, лапаться, наверное, я пока не буду. Что-то мне не нравится. Вроде и ап есть, и 30 уровень. А кайфа какого ожидалось, немножко нет. Значит, недоработано получается. 30 уровень появился, но недоработали еще генетику, недоработали дзены. Нана-Ева еще не понимает 30 уровень, потому что у нее вообще глюки выдаются. Но не может быть, что арконы 29-го, то есть даже самый слабый таковой, он намного мощнее должен быть. Блин, ну вообще я не понимаю, как так можно. Ну это неправильно, короче. То есть тут надо вообще отдельно думать. Но самое прикольное, что появился у меня 6 ситхов. Прикольная штука. Вот. Буду тестировать, смотреть, что это за штука такая. Ну, хотя бы оружие 30-е есть прикольное. Тридцатый уровень продолжает меня радовать, ребята. Это вообще такая прикольная вещь. По рейтингу, если посмотреть, на 30 уровне сейчас получается, ну, за все время, вот, если взять, вот так, на 143 месте я, 150 человек апнулось с 29 уровня сейчас. Ну, я предполагаю, что апнулись хорошие донаты, не такие, как я, лошинки, то есть с характеристиками. Если посмотреть на мои характеристики, то есть, ну, я очень слабый персонаж, потому что там люди 240, 400 тысяч, там вообще, да, вот любого даже взять отсюда. Давайте просто так глянем, да, еще разочек. Давай, 30 уровень. Ну вот, наугад, вот так вот. Ну, вот этого вот взять. Я даже слабее вот него. Короче, фигня. Вот, я, в общем, сразу же написал в техподдержку, описал проблемы ситуации, о том, что происходит, почему происходит увеличение цены, независимо от этого. Вот они мне что ответили. Оказывается, стоимость прокачки не зависит от уровня. Она является сходной среди характеристик персонажей на уровне. То есть, если у вас были высокие характеристики, стоимость могла повыситься, поэтому оказаться в топе. То есть я самый слабый игрок из тех, наверное, кто апнулся сейчас на 30 уровень, и я навороченный по характеристикам. Вот, слов, короче, нет. Вот. А про арконы, вот смотрите. То есть, ну, всегда знаете, да, что если вы апаетесь с одного уровня на другой, получается, то арконы переставляются. То есть каждый раз было такое, независимо от того. То есть, а здесь оказывается вот какая штука. Создание арконов используется формула, которая привязана к уровню персонажа и учитывается средние характеристики персонажей на уровне. Также для арконов имеется разброс характеристик в зависимости от их типа. То есть получается, что сейчас люди, кто на 30 уровне сейчас арконы ставит, то есть эффекта никакого нету. То есть они сейчас со 100% вероятностью будут слабенькие. Я написал на форум, сразу же написал ошибки игры, чтобы ребята проверили, потому что сейчас люди, кто апнулись на 30 уровень, они просто будут сидеть, как, ну, то есть просто тупо ничего не делать в течение там 5-6 месяцев, пока количество народу не наберется. И, соответственно, ребята, также я. То есть я характеристики не знаю, даже улучшать или не улучшать. Ну, то есть, может, я парочку сотен еще потрачу,
Ключи, ребят, открывать я не буду. Сейчас я вам покажу, что по сути нужно делать с арконами 30 уровня. То есть вот сейчас на Нае вам не приносит их. Вот хорошие арконы. Вот прям просто прелесть вообще. Вот, давай еще, где еще 30-й? Вот 30-й, хороший 30-й аркон. Вот еще, да, еще есть 30-й аркон? Есть. Ну, нет, 29-й я оставлю. Сейчас же вещи 30 уровня будут, 30-го. И надо же в них арконы будет вставлять. Вот так. Вот на что годятся арконы 30 уровня. Как раз вот ни меньше, ни больше. Такая вот печаль, короче, имею в виду. При апе. Рассчитываешь на что-нибудь интересное, а попадается какая-то туфта. Ладно, ребята, счастливо. Давайте до следующего видео. Будем открывать подарки, будем апаться, характеристики поднимать, смотреть, что интересного. Счастливо!